Сердечно поздравляю весь состав Добринской полиции с профессиональным праздником – Днем сотрудников органов внутренних дел России. Служба в одном из важнейших государственных ведомств сопряжена с большой ответственностью. Она требует не только специальных знаний, навыков, но и требует нередко личного мужества, героизма и даже самопожертвования. Желаю вам всем крепости сил, стойкости духа, помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем нелегком служении Отечеству и нашему народу. Спаси, Господи, вас!